очень радостно, что вы так долго, честно ходили к нам. И, наверное, мне хочется верить, что музей, в общем-то, отчасти даже стал вам добр одной. В течение 8 недель по выходным молодежь участвовала в разнообразных тематических квестах, экскурсиях, мастер-классах и викторинах в рамках проекта «Weekend at Museum», который проходил в Одинцовском историко-краеведческом музее. Волонтеры культуры специально придумали название на английском, так как проект направлен на привлечение в музей молодых людей. Насколько знаю, даже один человек в школе получил 5 за нашу тему. И это очень приятно, когда вы сделали что-то большое массовое, и оно помогло людям развиться в какой-то сфере. Юле 15. Она учится в Одинцовской школе номер 3. Восьмиклассница не пропустила ни одного занятия в рамках проекта. Признается, что заинтересовали ее здесь как общение, так и сами мероприятия. Больше всего девочке понравился квест по городу. Было интересно думать или пытаться вспомнить, где находится то или иное здание. Финальное мероприятие проекта – это итоговая викторина, которая состоит из 3 этапов. В каждом по 10 вопросов – 5 простых, 3 средней сложности и 2 интерактивных. Для получения ответа на них участникам – это 4 команды по 5-6 человек в каждой – необходимо было пройти по залам музея, найти подсказки и ответ на поставленный вопрос. Почти за 2 месяца проекта в мероприятии приняли участие около 150 человек. Это молодежь в возрасте от 14 до 27 лет, хотя были и 12-летние участники. Приходят, им это реально интересно. То есть мы ставили функцию для привлечения молодежи в музей. Мы ее добились, молодежь стала ходить в музей. Дальше, конечно, мы планируем этот проект лоббировать в другие музеи. Следующий на очереди у нас Пушкинский, который в Галиции находится, в Вязёмах. Вот. И я думаю, это будет грандиозно. Волонтеры культуры также планируют проводить и другие мероприятия в Одинцовском историко-краеведческом музее. А с проектом «Выходной в музее» собираются вернуться сюда осенью. Я желаю Одинцовскому историко-краеведческому музею не останавливаться в этих своих порывах взаимодействия с молодежью, волонтерам культуры действовать дальше. Ну и теперь уже могу с уверенностью сказать, что Одинцовский историко-краеведческий музей стал интересной, активной площадкой для молодежи. Наталья Гончарова, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».